Скажите, пожалуйста, какой праздник празднуется 12 декабря? 12 декабря? Не знаю. Ребята, скажите, пожалуйста, какой праздник отмечается 12 декабря? Не знаю. Понятия не имею. Не знаю. 12 декабря? Не знаю, какой праздник отмечается. Не знаю. Тем не менее, согласно опросу одного из исследовательских центров России, около 60% респондентов осведомлены о том, какой праздник отмечается 12 декабря. День Конституции. А можете назвать ее основное положение? Читали ли вы ее? Нет. День Конституции. Читали ли вы ее? Нет. Почему? Да кто ее читает? Она уж когда принята-то? В целом, около 37% россиян, опрошенных накануне Дня Конституции, основной закон нашей страны никогда не читали. Правда, десятая часть респондентов все-таки знакома с ее положениями. А читали ли вы ее? Как говорится, так скользь только пока. Почему? Времени пока нет. Так, изучение идет, но некоторые статьи, конечно, тяжело понять. А можете назвать основное ее положение? Конечно. Ее основные приложения, слава богу, еще не уничтожены. Это свобода, права и свобода человека.